Сегодня хочу показать вам наших щенков, какие они стали большие, как они выросли и как мы проводим время каждый день. Наш мальчик Грай через 2 дня поедет в Пермь. Поедет на поезде, будет ехать больше суток. Очень за него переживаю. Это мой первый опыт отправления щенка в другой город. Дети спали просто, мы их подняли. Девочки пока дома. Хочу сказать, что это совсем другие щенки. Они очень отличаются от щенков таксы. Я никогда бы не подумала, что щенки разных пород собак могут настолько отличаться друг от друга. Да, конечно, они тоже маленькие проказники, они очень активные, но они все равно какие-то другие. Пока сидит. Грей, нельзя. Во-первых, они у меня отказались кушать прикорм, кашу, которую я им варила с мясом. Мне пришлось их кормить сухим кормом для щенков, потому что только его они согласились есть. Маму они уже сейчас сосут нечасто, у Ульмины почти нет молока. Они у нас вообще практически не находятся в клетке. То есть с самого начала они были категорически против того, что их там закрывают. И мы им разрешили полный доступ в доме. Не могу сказать, что они очень сильно покостят. Да, мы убрали обувь, убрали провода, то, что их больше всего интересовало. Нельзя. Ну а так они играют друг с другом, с мамой, с игрушками. Они спят все по отдельности. То есть если таксята спали кучей и вообще у них была банда, то есть они всегда были вместе, то эти щенки, они каждый сам по себе практически. То есть один может спать в клетке, один может спать в лежанке, один еще где-нибудь на полу валяется. В общем, как-то они не командные собаки. Поначалу, да, Ричард у нас с ними практически не играл, он не знал, что с ними делать. Ульмина была очень строга, она и сейчас, даже если он начинает с ними играть, она начинает рычать, его пытается останавливать. Но сейчас уже все гораздо проще, он с ними носится, Ульмина с ними играет. Причем она играет с ними не так, как она играла со щенками таксы. То есть все совсем по-другому, это ее дети, она с ними очень аккуратна. Рич играет часто. Ему очень нравится с ними играть. Причем он как слон, он ничего не понимает, что может на них наступить, может их толкнуть, сбить с ног. В общем, он у нас как конь скачет вместе с ними, как маленький щенок.
и не понимает, что он очень большого размера по сравнению с ними. Но они все равно любят с ним очень играть, бегать, носиться, кусать его за ноги, нападать на него. Это у нас Габи. Габи у нас получилась вот такая, какая-то гладкошерстная. Но потом она, конечно, обрастет, она будет такая же жесткошерстная, как родители. Но у нас и Ульмина была практически такая же, когда мы ее взяли. То есть у нее очень мало было кучерявой шерсти, она была вот такого же плана. Такая хорошая малышка. Очень красивая девочка. Это у нас Голди. Очень активная. Но самый активный и самый у нас задиристый – это Грай, конечно. Очень славные малыши. Они мне безумно нравятся. Я очень много с ними провожу времени. Я их прям тискаю. Они как плюшевые игрушки. Мягкие такие. Надеюсь, что они все у нас обретут любящих хозяев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии, любите своих животных, берегите их. Всем пока!